Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о своих топ-5 самых лучших продуктов Faberlic. Сразу скажу, что каждый из них послужит отличным подарком к приближающемуся Новому году. Это, кстати, вам такой небольшой совет. Сегодня тоже хочу дать ответ на очень часто задаваемый мне вопрос по поводу того, как же, собственно, достать все эти продукты, как их купить, где искать этих злополучных консультантов. На самом деле большинство думает, что до сих пор марку Faberlic можно приобрести только через консультантов, непонятно, где их нужно искать. На самом деле все намного уже проще, и все оформляется непосредственно у них на официальном сайте, как в обычном интернет-магазине. Но об этом я вам расскажу в конце видео, а сейчас погнали по моим фаворитам. Знаете, для меня заказы Faberlic — это отличное решение, когда нужно одновременно купить очень много каких-то подарочков, сувенирчиков, но в то же время не хочется разориться. К примеру, у вас есть много подружек или коллег по работе, каждый хочется как-то уделить внимание, что-то подарить, но в то же время не будешь же каждому там мега сильно продумывать какие-то подарки, тратить на это кучу денег. А вот Faberlic для меня лично — это такое место, где можно сразу купить много всего и всем приблизительно одинаковое что-то подарить, чтобы никто не обиделся, но в то же время я уверена в качестве всех этих товаров, поэтому я 100% могу их рекомендовать. И первое, о чем хочу поговорить, это мой просто самый, наверное, топовый продукт из всего, что они делают и продают, это карандаши для бровей. Именно серия, которая называется Secret Ideal Brows. У меня на моих бровях, наверное, на протяжении последнего полугода так точно, а может и больше даже, карандаш под номером 5545. Сейчас он тоже у меня на бровях. И у меня просто под каждым видео спрашивают, чем я заполняю брови, как я их оформляю, что я делаю. И каждый раз я говорю, что это номер 5545. Идеальный цвет для блондинок. Для брюнеток, шатенок у них тоже есть классный цвет. 5546. Его я использую на клиентах. А 5545, ну, тоже на клиентах и для себя. Следующий замечательный продукт – это жидкая подводка. У меня есть она в трех оттенках. Это черный 5431, коричневый 5432 и фиолетовый 5440. Отличная подводка. Раньше у них была такая дурацкая кисточка для нанесения. Сейчас они это, слава богу, исправили, потому что, наверное, много получили запросов об исправлении. Но, тем не менее, отличная подводка. Меня, опять-таки, постоянно спрашивают, что можно купить, чтобы это не отпечатывалось навеки. Так вот, никакие ни карандаши, ни гелевые, ни кремовые подводки вам не помогут. Если есть проблема постоянного отпечатывания, то покупайте только жидкие подводки. И я для себя нашла вот эти жидкие подводки. Вообще ничего с ними не происходит. Опять-таки, коричневая 5432 сейчас на мне. Черную я тоже постоянно использую в своих предыдущих видео, в предыдущих макияжах она постоянно на мне. Отличная стойкость, очень насыщенный, красивый цвет. Коричневый не какой-то такой, знаете, рыжий, кирпичный, непонятно что, а именно настоящий, такой темно-коричневый. Для повседневного макияжа вообще супер. В общем-то, я им не нарадуюсь, потому что их можно закупать чуть ли не пачками, надолго хватает, но в то же время стоят абсолютно недорого. Третий мой абсолютный фаворит – это их запеченные тени. Конечно, из-за того, что это запеченные тени, вы не найдете здесь матовые текстуры, то есть все они такие шиммерно переливающиеся, металлические, но в то же время, если вам именно такие хочется, то это 100% ваш выбор. Сегодня на мне вот этот вот золотой, вот вы можете видеть. Очень, опять-таки, насыщенные, очень яркие оттенки на базах, на любых карандашах. Они вообще просто зажигаются огнем и выглядят потрясающе. Есть в разных цветовых категориях. У меня есть и синяя, и фиолетовая, и нейтральная, и какая угодно палетка. Ни одна из них меня не разочаровала своим качеством. Вот это тоже серая под Smokey Eyes. Вообще ни одна меня не разочаровала своим качеством. Наравне их использую с какими-то более профессиональными линейками. И мне безумно нравится, как они себя ведут. Еще один мой огромный фаворит – это спонжи Faberlic. Казалось бы, они выглядят довольно стандартно, как и любые другие, там, китайские, какие угодно спонжи, такие треугольнички. Но в то же время из всех вот таких вот дешевых спонжей, вот эти мне нравятся больше всего. Во-первых, они очень круто действительно наносят тональную основу. Если их намочить, они также работают отлично влажным способом. С ними у меня продукты расходуются намного меньше, то есть они вот так вот именно держат баланс между тем, сколько они впитывают и сколько они отдают. Безумно я довольна этими спонжами. Конечно, если вы балуете себя бьюти-блендерами постоянно, то это, скажем так, вариант, наверное, не для вас, потому что бьюти-блендер, конечно, очевидно, лучше.
Но все-таки за цену Beauty Blender вот таких вот можно купить годовой запас, менять их чуть ли не каждый день. И лично я как-то в финальном виде макияжа разницы не вижу между тем, что было нанесено Beauty Blender, и то, что было нанесено этими спонжами. Мне они безумно нравятся. И последнее, о чем я хочу поговорить, это два продукта, да, я их поместила как один, потому что оба они для меня являются жизненно важными, и именно в паре они очень круто работают. Первое — это химический пилинг с AHA кислотами, номер у него, сейчас вам скажу, 1068. Вообще у этого пилинга есть своя линейка, то есть это как шаг 2, по-моему, у них есть еще шаг 1, шаг 2 и, соответственно, шаг 3. Остальные шаги меня как-то не сильно впечатлили, там есть обычный такой вот абразивный скраб, потом вот этот химический пилинг с кислотами и дальше солнцезащитный крем какой-то, что-то типа этого. Вот именно конкретно пилинг очень крутой, наносите его на лицо, 10 минут держите, после этого лицо просто разглаженное, крутое, классное. И именно как абразивный пилинг хочу вам порекомендовать серию «Кислородный баланс гамаш для лица», опять-таки номер у него 0203. Особенно он круто работает с полотенцами для лица, то есть если вы делаете скрабирование, а потом берете полотенце, мочите в очень теплую такую, горячую даже, я бы сказала, воду, выжимаете и вот так вот этот скраб вытираете, лицо у вас потом просто как будто наждачкой натертое, знаете, аж отблески с разных сторон под лампами увидите. Очищает просто до глубин ваших пор, обязательно попробуйте, я думаю, вы не пожалеете. Если у вас возраст 30 и уже за 30, то я считаю, обязательно нужно пользоваться химическими пилингами, иначе морщины не дадут вам спокойно жить, это точно. Это все, что касается моих фаворитов, давайте я вам сейчас покажу, как же вам оформить заказ и как зарегистрироваться на сайте. Итак, мы зашли на официальный сайт Faberlic, и все, что нам нужно сделать, это зарегистрироваться. Кстати, обращайте внимание на акции, они всегда размещены на первой странице. Вот, к примеру, сейчас два набора из серии «Зима» в подарок за регистрацию. То есть, если вы регистрируетесь и покупаете на сумму 499 рублей или эквивалент этого в другой валюте, то вы получаете в подарок вот гель для душа и крем для рук. Поэтому тоже вполне неплохая такая акция. И для того, чтобы нам зарегистрироваться, мотаем вниз. Есть здесь такая ссылка «Регистрация». На нее нажимаем. И опять-таки обращаем внимание, слева есть онлайн-регистрация. Мы регистрируемся сейчас как консультант, но в то же время это не означает, что вам нужно сразу заниматься продажами этой косметики. То есть вы просто можете покупать это все для себя и при этом получать скидки, потому что консультанты получают от 20% скидок и больше. И для того, чтобы нам зарегистрироваться, нам нужно в это поле ввести наш email и здесь имя. Нажимаем кнопку «Продолжить». И переходим на следующую страницу. Здесь нужно заполнить фамилию, отчество, дата рождения, пол поставить, мобильный телефон. Кстати, мобильный телефон здесь с выбором страны, и нужно будет тоже получить код подтверждения, после этого только вы сможете зарегистрироваться. Давайте я опять-таки сейчас заполню все поля и покажу вам, что делать дальше. Вот, я ввела свой номер телефона, теперь нажимаю кнопку «Получить код подтверждения», и мне должна сейчас прийти смс-ка с этим кодом, который я буду вводить в это поле. СМС-ка мне только что пришла, и я сейчас буду нажимать кнопку «Зарегистрироваться». На этом, как видите, регистрация завершена, и все, что нужно сделать, это войти в личный кабинет. А здесь вот есть удобная кнопка «Вход для консультантов». Вы, когда ее нажимаете, переходите на эту страницу, вводите номер консультанта и пароль. Также не забудьте, что на ваш email отправлено письмо, его нужно подтвердить перед тем, как регистрация будет полностью закончена. И, кстати, номер консультанта и пароль как раз-таки будет в этом имейле, который будет отправлен сразу же после регистрации. Для того, чтобы система знала, куда отправлять ваши заказы, вам нужно выбрать, в какой стране вы живете и в каком городе. Я для этого выбираю Украину, область у меня Одесская и город Одесса. Сохраняю эту информацию и дальше перехожу на сайт. И здесь, кстати, сразу тоже чуть ниже можно выбрать то отделение, куда удобно, чтобы доставляли ваши заказы. И давайте сейчас вернемся на главную страницу, посмотрим, что бы такого интересненького мы могли бы заказать. Кстати, в новом каталоге у Faberlic появились вечерние платья. Если вы в поисках вечернего платья для празднования Нового года, то можете заглянуть сюда. Они здесь очень недорого стоят. И меня, кстати, заинтересовало вот это платье.
оно как раз красного цвета, так как это год близится красной обезьяны, то нужно его встречать в красном. Очень мне нравится эта расцветка, и стоит абсолютно это платье недорого. По размеру я здесь что-то среднее между 40-м и 42-м, но 40-го уже, к сожалению, нет. Поэтому, если вам интересны эти платья, то не хлопайте ушами, потому что они очень быстро разойдутся. И вот смотрите, как в обычном интернет-магазине я добавила этот товар в корзину, и теперь все, что мне остается, это просто оформить заказ, как обычно это делаем мы в интернет-магазине. Также я хочу заказать свою любимую подводку и карандаш для бровей. Давайте тоже это быстренько сделаем. Я хочу заказать ее в черном оттенке. А карандаш я хочу в своем любимом светлом оттенке 55-45. И здесь сразу предупреждают, что платье будет не раньше, чем 15-12, но меня это вполне устраивает, потому что до Нового года еще останется полмесяца. Поэтому продолжаю оформление заказа. Здесь предлагают какие-то товары по тоже достаточно интересным ценам, со скидками опять-таки. И, кстати, когда вы регистрируетесь, вы получаете скидку 20% как консультант. Но опять-таки я говорю, вы не обязаны ничего продавать, это скидка сугубо для вас. И вот вы смотрите ваш каталог и смотрите, сколько здесь всего добавилось. Вот мне сюда положили подарочный набор «Зима», который мне предполагался за регистрацию. Каталог Faberlic это всегда добавляется. И также дополнительные какие-то листовки, биопакет, купоны на скидку. Все это мы получаем практически бесплатно. Продолжаем оформление заказа. На этом этапе вы можете изменить место получения заказа или утвердить заказ. В моем случае все правильно, поэтому я утверждаю заказ и жду, когда его, собственно, мне доставят. На сайте можно сразу же перейти к оплате и, собственно, оплатить весь заказ. Ну вот и все. Я надеюсь, вам понравились идеи моих подарков. На самом деле, можно выбрать несколько продуктов, как-то в красивые какие-то подарочные пакетики это все поскладывать. Я уверена, что вашим подружкам или вашим коллегам на работе, или одноклассникам, однокурсникам эти сувенирчики 100% понравятся, потому что действительно они для меня лично наравне с какими-то более дорогими, более, да я не знаю, даже цену я не буду брать во внимание, потому что это просто классные продукты. Поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Не забудьте подписаться на мой канал, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока. Я не помню конкретно как и что, по-моему, я в тот день как-то закрутилась. В итоге мы с мужем решили поехать в Макдональдс. Да. Сделай мне макияж, как у Ким Кардашьян. Я хочу так. Мы говорили вроде про это, я просто не помню. А, помню.